Приветище, это Лего Фортнайт, и сегодня мы отправимся в пещеру песчаную. Раз такие дела, а ты кто? Отвертка пришла к нам снова в гости. Раз такие дела, нам нужно будет взять вот это. Потом шейк из снежной ягоды. Надеваем наш амулет хладнокровия. Бананза! Ты там что-нибудь нашил нам новенькое? Показывай. Шнурок, бичёва, нить из плотной шерсти и, в принципе, тканей никаких опять нет. Ну все, погнали в пустынную пещеру. Оу, ты посмотри, кто это такой? Я раньше таких здесь не видел. Мне кажется, что он сейчас взорвется нафиг. Он реально взорвался. Что это такое? Пороховое ядро? Амулет внутренней силы? Я, кажется, что-то новенькое открыл. Я таких раньше колобков тут не видел. Откуда они тут взялись? Обновление, что ли, вышло какое-то? Дошел, наконец-то, до пещеры. Она тоже на границе стоит. И это хорошо. А вот и мы. Так, по-моему, это обычная пещера. Да. Это обычная пещера. Блин. Так, главное сейчас не спалиться. Быстренько на гейзеры полетели. У меня выносливость кончилась, блин. Они еще и в колокол зазвонили. Все, хана мне. Надо скорее сваливать отсюда. Капец тут дубак в этой пустыне по ночам. Но зато я дошел до пещеры. Заходим. Ну вот, теперь мне жарко. Что ж, мне нужно вот охлаждающие ягодки сожрать. Ну и факел мне по-любому нужен. Вам жарко. Все равно жарко. Блин, походу я тут долго не продержусь. Окей. Этот ящик я обшарил в прошлый раз. Надо его сломать. Чтобы он... А, конечно, сломаешь ты его. Берем вот эту кирку. Вот так-то лучше. Вот! Вот зачем я сюда шел. И что это у нас такое? Рубин! Ограненный рубин. Редкий ресурс. Интересно, что я с него смогу сделать? А это что? Так. Это медь. Здорово. По крайней мере, медь мы нашли для улучшения моего поселения. Только нужно будет его в слитке отлить еще. Хорошо, что я укрепил свою кирку. Блин, тут сундуков просто завались. Этот я еще не смотрел, кстати. Ломаем. И там он, на той стороне, капец. Нафига так часто делать сундуки? Но с другой стороны, я как бы не против. Это мне даже на руку. Единственное, если я сейчас факел уберу, мне поменьше жарить будет. Нет, в принципе, так же. Что тут? О, динамит. Все-таки эту руду добывать очень долго. Так, настало время выпить шейкер. Шейкер, патимейкер. Я две сразу выпил, блин! Башка твоя дырявая! О, а это что такое? Что это за руда такая? Интересно. Ага. Спасибо за арбалет. А теперь я хочу добыть вот эту руду. Я сейчас лестницу туда построю. Ну-ка. Это обсидиан? Серьезно? А еще здесь почему-то прохладнее. А, нет, тут прохладнее, наверное, из-за того, что я шейкер выпил. Да. Да еще и не один шейкер, а целых два. Поэтому жара меня тут не мучает теперь. Какой же все-таки я баран, что выпил два шейкера. Видимо, очень жарко было. Пойду вон тот сундучок открою.
По низу этой пещеры вроде бы как все. Теперь нужно лезть наверх, вон туда, на тот переход. Сейчас я еще кругаля дам. Может, тут как-то по-другому залезть можно? Да, в принципе, нет. Строим лестницы. Забрались. О, сундучок спрятали. Сейчас посмотрим. Да не один, а целых два. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Бодрящие ягоды, у меня их навалом на ферме. Не буду даже забирать. А тут что? О, чешуйка ужасня. Круто. Вот это ценный сундучок. Ну и как мне теперь добывать обсидиан? Он в основном на потолке остался. Строить только лесенки и платформы. Опасный я типок. Долбить руду под собой. Но когда есть дельтаплан, вообще пофиг. А тут сундук, оказывается, есть. О, прикол. Вот это я удачно сюда допрыгал. Да целых два. Так, ну это нам не интересно. А тут что? Опа-на, семечко перца. Такого семечка раньше у меня не было. Ладно, давай стрелу сюда, семечку забираем. Все, закончилась моя поддержка. От жары надо... снежные ягоды бахать. Кирка, конечно, молодец. Почти всю пещеру зачистил. И рубин, и обсидиан добыл. Ну вот, в принципе, и все. Обсидиана я здесь добыл просто абзац. Сколько? 168 штук. Рубина не так много. Но я доволен. Даже кирка еще целая осталась. Братва моя уже, наверное, спит. Хотя нет, не спит. А ты кто еще такая? Руан пришла ко мне в гости. А я хочу посмотреть, что там новенькое у меня открылось. Амулет внутреннего огня. Повышает защиту от холода. Дает 4 сердца и 7 защиты. Но для его создания нужен лавалит, который я еще не нашел. Так, пойдем посмотрим. А, подожди. Насчет обсидиана. Хочу посмотреть. Темный камень из лавовых пещер. Помать. Это ж как я в глаза долбился, чтобы прочитать ледовые пещеры. Обосраться просто. Ну ладно, все равно вылазка в зимний биом была полезна. Я много чего подчерпнул оттуда. Поскольку я тут разбомбил себе старую хижину, у меня немножечко упал левел моего поселения. Его нужно поднять. Для этого я сейчас буду украшательство строить дома. Вот, например, вот типа такого что-то. Алле-оп. Этого, конечно, маловато. Надо что-нибудь посерьезнее. Книжный угол, кстати. Он бы отлично вписался под лестницу, но он немножко не так косит. Да и тут мешает окно. Что, закрыть окно? Нет, окно я закрывать не буду. Книжная полка у нас будет здесь. Вот так. Также пока что сделаю обычные деревянные скамьи. Где-нибудь, куда бы их поставить. Ну, вот тут пускай будет одна, другая здесь. Можно даже объединить их, сделать длинную скамью. Так, вот эту я уберу. И вот эту длинную сюда поставлю. Вот, отлично. Здесь у окошечка будет круглый стол с круглыми табуретами. Вот так вот пусть стоит у нас. По-моему, неплохо. Было бы здорово сделать еще шкаф. Но он будет у нас на втором этаже. И где же он будет у нас? Ну давай здесь, по-моему, отличное место ему тут. Вот. И левел ап у нас достигнут. Пойдем прокачивать поселение. Тут и рыцарь стоит. Неплохо, неплохо.
Улучшение поселения до уровня 9. Есть! Юху! Все счастливы, все рады. Итак, смотрим, чего мы добились на 9 уровне. Теперь идите и собирайте. Жители этого поселения умеют собирать ресурсы в других биомах. Дровосеки будут приносить больше видов древесины, а каменщики больше видов камня. Это здорово. Ну и, конечно, увеличенный дом с новой кроваткой. А следующий уровень позволит нам принять еще одного поселенца и получить вот такой вот здоровенный современный особняк. И, в принципе, чтобы получить следующий уровень, нам не так-то много и нужно. Обсидиановый блок, ограненный янтарь, палка из кактуса. Все это есть, только нужно обсидиановый блок получить. Пойду посмотрю, могу я тут что-нибудь... Вот, я уже могу его обрабатывать. В принципе, этим мы сейчас и займемся. Мне нужно 30 штук. Можно даже больше сделать. Поскольку у меня обсидиана сейчас завались. 50 это максималочка. А вот и ограненный рубин. Могу его обработать. Что сейчас и сделаем. Давай 3 штучки. Так, по ткани ничего не изменилось. По зачарованию что-то есть. Субстанция урона. Увеличивает урон, наносимый оружием и инструментами. Вот оно что. Нужен необработанный рубин и пороховое ядро. Вот так-то. Вот зараза, пошел дождь. Но благо основные станки у меня под крышей. Здесь уже обсидиан обработался, надо забрать. Тотем бессмертия появился. Что это такое? Что за тотем? Дай гляну одним глазком. После получения смертельного урона вы возрождаетесь. Уничтожается при срабатывании. Блин, печально вот это, конечно, что каждый раз его надо по-новому делать. После смерти. Но он дает 4 сердца и 7 к защите. И это неплохо. Ровно столько же, сколько и амулет внутреннего огня. Точно так же. Придется строить еще один сундук. Что-то с местом совсем плохо. И скидывать сюда все барахло. А дождь все идет. А станки надо бы накрыть. И что мы будем делать? Навес. Не крышу, а навес. Из пола. Второго этажа. Я думаю, что... О, можно! Слушай, прикинь. Я построю. Она немножко кривовато выходит. Ну ничего страшного. Это лучше, чем станки мокли бы под дождем. Вот. По-моему, все должно работать, да? Ай, хорошо. Ай, да я умелец. Кривожопа получилась, но главное, что все станки рабочие. И это здорово. Рубин у нас огранился, надо взять и посмотреть схемы какие-нибудь новые. Никакой новой схемы, да вы что, прикалываетесь? Ограненный рубин, должно быть что-то новое. Но нифига, ни одного чертежа не прибавилось. Надо, короче, по-быстренькому сгонять за янтарем и кактусом. О, снова ты, бомбалыла. Сейчас попробую его быстрее обезвредить, чем он взорвется. Меч сработал, хавка валится. Ну-ка, что там выпало? Вот это что такое? Тыквенный пирог. Съешьте, чтобы восстановить здоровье, утолить голод и временно ускорить восстановление выносливости. Обалдеть. И пицца! Съешьте, чтобы восстановить здоровье и утолить голод. Восстанавливает 25 здоровья, плюс 5 дополнительных сердец и плюс 20 голоду. Вау! Вот это я удачно зачаровал себе меч на выпадение восстанавливающего здоровье всякого барахла. Вот они, мои кактусики. Сейчас построю здесь динамическую платформу и толкну ее. Кактусы снесет, нет? Она сквозь проезжает просто. Нет, только, короче, простые деревья и простые камни, видимо. Вот, смотри, камень, вон, снизу камень есть, сейчас я... Да не туда ты толкаешься, подожди. Я же хочу показать, вот, камень. Вот, он ломается. О, еще один, смотри, еще один. Вот такой же типок. Пускай взрывается, с него ядро хочу забрать. Ай, меня задело. О, сколько сердец потерял. Быстро он взрывается, не успел увернуться. О-о-о-о-о. Еще один. Как насчет динамита? Хочешь динамит? Да, вот туда кину. Да блин, убежал. Он убежал, он сейчас взорвется. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. О-о-о! Боль. Это боль. Придется сейчас тарабаниться сюда. Здорово, ребята, что это вы тут все? Вы меня выхаживали? По-быстренькому долетел, собрал ядро, собрал свои вещички и... А это что такое? Мясной пирог? Вау! Короче, возьму щит, и как только они будут бомбить, я буду прикрываться щитом. О!
Вот он, как раз. А я закрылся, что там будешь делать? Проверяем, сработает щит или нет. Не, щит не сработал. Короче, это бесполезная штука против них. Ах, грусть меня окутывает. Моя кирка, самая прочная из кирок, сейчас сломается. Ну вот, совсем скоро ей там чуточку жить осталось. Вот и все. Рубиновой кирке пришел конец. Но у меня есть другая. Свеженькая. Но вот я ее не успел дочаровать на прочность. Поэтому она кончится быстрее, чем предыдущая. Ну, я, в принципе, все собрал. Все ресурсы есть для улучшения поселения до 10 уровня. Осталось только рейтинг поселения поднять. И я, пожалуй, начну с сундуков. Надо бы их обновить. Для этого нам понадобится мрамор и корневяз. Представляю вашему вниманию новый сундук с вместимостью 16 ячеек. Этот сундук я поставлю пока здесь. Ну-ка. О, вот это другое дело. Сколько места-то? Так, а если я еще один сундук поставлю где-нибудь напротив, друг на друга, вот. Это прибавляет к уровню моей деревни. Но этого недостаточно. Нам нужно еще что-нибудь построить. Пожалуй, буду обустраивать второй этаж. Он у нас совсем пустенький. Значит, недавно полученный чертеж от моего поселенца. Уютный стол. Выглядит прикольно. Бомбезно. Стоять он будет вот тут-тут. Здесь я бы еще поставил огромный длинный стол для застольев. Потому что на улице не всегда возможно кушать. Может погода быть плохая. Поэтому огроменный стол в виде вот такого. Пойду за ресурсами. Поехали! Юху! Сейчас будем ломать древесину. Есть. Зашибись. Куда поехал? Давай вот это вот мне сломай. Ничего себе, как я ее таскаю. Это туда-сюда. Как пушинку. Что, вот это сломается, нет? А, нет, это не сломается. Это придется разрубливать. Тогда толкаем на это дерево. Поехали. Блин, колеса, конечно, бы не помешали. Ты что, сломал мою платформу? Негодяй. Ты поплатишься за это, иди сюда. Куда ты закапываешься? Камнем меня кинул. Вот так тебе. Попытка номер два. Поехали. Скорости, видимо, маловато. Либо дерево слишком большое. Ну ничего, я так срублю тогда. Блин, может быть тогда это... Вот этот убрать стол. Да. Вот этот мы уберем, а то он тут мешается, блин, как-то. А вот этот мы поставим такой большой длинный. Вот так. Вот такой длинный стол для всех. Конечно же... О, ребят, вы уже здесь? Конечно же, нет, табуретки не буду. Это слишком жестоко. Со спиночкой поставлю. Вот так-то. Для каждого свой столик на две персоны, получается. Вот. А теперь нужно еще свечи здесь на столе поставить. Ну что вы все на меня смотрите? Что столпотворились? Не видели, как строят мебель? Уже сидят, тусуют. Значит, свечи. Ну, свечи буду вот так вот расставлять. Тут две свечки будет. Хорошо. Второй этаж уже освещен. Можно тут поставить модный комод под... лесенкой. Целых два, наверное. Тут же я бы вот такую штучку шлепнул. Неплёхо. А вот этот столик я, наверное, поставлю у окошечка вот тут. Ну и тут будут вот такие вот кругленькие табуреточки. На две персоны. Тут вот такая вот украшательная штука будет висеть у нас. Ну и пока что тут все. Остается сделать третий этаж. Что бы мы сюда добавили? Ну, как минимум, я бы сюда добавил свечек. Вон туда. У окошечка. Чтобы светился ночью домик красиво. На стол нам нужно поставить стаканы и прочее. Негоже, чтобы на столе было пусто, правильно же? Вот так уже поприятнее. Книжки и прочее барахло можно здесь разместить. И, конечно же, цветочки надо. Ой, ну это прям здоровая база.
Очень здоровая ваза. Мы ее поставим тогда здесь, в уголку. Но не просто так, а вот на такой вот столик. Во! Зашибись! Наверху, если честно, я бы тоже поставил так посерединке. Тоже красиво. Ну и, конечно же, вот здесь не хватает картины. Хотя бы вот такой. Это единственная картина, которая у меня есть. Так что вот, какой-то уют уже имеется. По-моему, даже неплохо, как мне кажется. Здорово получилось. Единственная ваза вот тут не очень удачно стоит. Она может кому-нибудь на башку свалиться. Несмотря на то, что я все обставил, нужно еще что-то построить в этом поселении, потому что до уровня 10 я не дотягиваю. И я подумал, что было бы неплохо построить смотровую площадку. Вот такой вот. Она у нас уже имеется в чертежах, и это облегчит мою задачу. Осталось только древесину достать. Дошел до зимнего биома и случайно наткнулся на елки, которые не могу срубить, ты представляешь? И это редким топором. Значит, у нас будет скоро эпичный топор. Ну что ж, приступаем к строительству смотровой площадки. Единственное, мне нужно понять, где там выход, чтобы удобнее было с параплана прыгать. Я так полагаю, нам надо ее поставить вот таким вот образом. Ну все. Погнали строить. Бревенчатая смотровая башня готова. Вот и новенькая постройка у нас в поселении. Тут надо будет только что-нибудь построить. Например, компьютерный стол, и можно тут рубать. Отличная комната для стримера. Ха-ха, на высоте. Ну что, круто, отсюда можно реально пикировать. Даже к себе вот сюда на крышу. Здорово. Ну, смотрится классно, и это позволило нам достичь 10 уровня нашего поселения. Смотри, тигрица к нам пришла. Царапка зовут ее. И мы ее сейчас можем позвать к себе. И мы достигли максимального уровня нашего поселения. А тотем превратился в альпаку. Ну что, царапка, пойдешь к нам в поселение? Всегда можно открыть что-то новое. Чтобы голова была свежей, надо как следует выспаться. Ну конечно, конечно, у меня для тебя даже кроватка есть. Переезжай в мое поселение. Вот тебе новая кровать, так что добро пожаловать. Ну вот и все. Максимум поселенцев в моей деревушечке и максимальный уровень моего поселения. Развиваться дальше некуда. Только если строить новое поселение. И строить новые поселения я планирую, но в других биомах. Например, в пустыне и во льдах. Считаю, что в каждом биоме должно быть свое поселение. Вот такой вот домик. За 10 уровень поселения я могу себе построить без гаража. Как-то не круто, да? Похоже на какой-то тикток-дом. Огроменный. Теперь мне остается улучшить только верстак. Но для него нужен медный слиток, который нужно где-то обработать, отлить и получить. Камни-дробилки я его сделать не могу. Выходит, что нужно что-то либо найти, чтобы открылась эта возможность, либо фиг его знает что. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Не забудь поставить лайк под видео, если тебе понравилось.
И подписаться, если ты еще не подписался, чтобы не пропустить следующего ролика, на котором мы с тобой и увидимся. Так что до встречи,